тебе на каналі «Тим такий кіт». Мені сьогодні утром прийшла така посилка з Америки. Ой, така огромная. Да, нам курьер принес посылку, которая пришла нам из Америки прямо в Анталию. Интересно, что же это за посылка? Будем открывать или еще подождем? Будем открывать. Давай я аккуратно открою. Ага, открывай аккуратненько. Очень. Так. Давай, Ярослава, достаю. Какой красивый коробочек. Здесь пусто, это убираем. Что же это за подарок? Все видео какие-то. Все видео такие, например, рисованные. Здесь нарисованы скриншоты фотографий из видео YouTube. Открываем? Ага. Открываем. Наконец-то мы ее дождались. Эту кнопку дают за 100 тысяч подписчиков, а на данный момент у нас уже их 240. Мы ее так долго ждали. Какая классная. Смотри, Ярослава, здесь написано «Тики-таки Kids». Смотри, я это начала уже повесить. Это можно повесить на стену, да? На стену? Мягкая такая, бархатная. Какая прикольная. Может, давай не... Что? Это мягкая ботиночка. Ты теперь думаешь, куда же ее поставить? Разберемся, Ярослава. Ну, Ярослава, я тебя поздравляю с кнопкой Ютуба. Продолжай дальше, старайся. И я надеюсь, что мы получим и вторую кнопку. Я вас хочу поблагодарить за то, что вы смотрите мои видео. За то, что оставляете нам комментарии, да. Ставите лайки, да. Подписываетесь на наш канал. Да. Это твоя, Ярослава, заслуга и заслуга твоих зрителей. Ребят, спасибо, что вы не смотрите мои видео. А в честь этого события мы пойдем кушать мороженое своей малышкой. Пойдем. Кнопку оставляем. Конечно, оставим дома, мы придумаем ей место. Угу. Мы пришли уже в парк матрешек кушать мороженое. Ты решила подоить корову? Давай. Давай поближе, чтобы за рога держалась. Я не пойму, ты на корове или на мотоцикле? Пойдем мороженое выбирать. Будете за этим столиком сидеть, да, с малышкой? Да. Ну давай ее посадим. Ну на тот стулик. Так пойдем же мороженое выбирать. Ребят, я уже выбрала малышке мороженое и себе. Но ешь, малышка. Я тоже буду есть. Давай я ее покормлю, пока ты покушаешь. Давай. Я тоже, Ярослава, буду есть мороженое.
Люблю мороженое, люблю. Не ешь так сильно, малышка. Почему? Потому что у тебя может появиться кариес. Кариес от мороженого? Может быть, горло или простуда? Ладно, простуда может быть и кариес. Если будешь много сладкого есть. Клубничное. Какое там мороженое у тебя? Клубничное и... Дыня? Ага. А если смешать клубничное и дыневое, и вот так вот вожду пошевелить ним, смешать, и получится каплюку шоколадненький вкус. Да? Ага. А там еще у тебя есть и пломбир. Какое внизу? А, киви еще, вишня. Поедим мороженое, пойдем на площадку побегаем. А, вот есть площадка. Да, вижу. У нас. Да, мы пойдем. Покушали мороженое, теперь пришли на площадку. Давай, подожди, не спускай. Давай, Катюша. Теперь Ярослава. Ой, еще половина зверька какого-то слетела. Папа, раскатай Ярославу. Да хватит уже! Мы уже пришли домой, ребята. Еще раз я вам говорю огромное спасибо, то, что вы смотрите мои видео. Если бы вы не смотрели мои видео, это бы кнопка мне не пришла бы. А я буду стараться вас, ребята, радовать новыми и интересными видео. Пока-пока!